All over the world, people are fighting for human rights. They are fighting oppression and injustice. Many risk their lives in the struggle for democracy and freedom of speech. This is one of them. Меня зовут Олесь Беляцкий. Я правозащитник из Беларуси. Я являюсь председателем правозащитного центра «Весна». За правозащитную деятельность 1050 дней я провел в тюрьме. Я хотел бы, чтобы Беларусь стала нормальным европейским народом, нормальной европейской страной, чтобы мы, в конце концов, преодолев такой драматический и во многом трагический исторический путь, вернулись в европейскую семью народов, и чтобы мы имели те же права и свободы, которые имеют люди, начиная от Вильнюса до Лиссабона, кончая. Да, я горжусь, я понимаю, это мне все близко, и я, скажем так, по-другому и, ну, его не воспринимаю, видимо, скорее всего, для меня это вот неотъемлемое и черта его личности, да, связанная с борьбой за права человека. Был один из организаторов этой демонстрации большой. Он окончился штрафом на то время, такой довольно большой суммой. Вот. В 90-е годы, в конце 90-х, лет мы проводили правозащитные акции, проводили акции антифашистские, вот, или же в поддержку политических заключенных. И тогда это были задержания и аресты на сутки, вот, 10 суток, 3 суток, вот, это были разные такие аресты. Ну, пока в 2011 году вот не было возбуждено это уголовное дело, и в результате которого я был арестован и осужден на 4,5 года колонии, из которых 3 года я сидел. Я и повторюсь, что я этим раньше не занималась, и, в общем-то, судьба так меня вынесла в это поле после ареста Олеся. Но можно говорить, что да, я знала, чем Олесь занимается, я знала, что можно ожидать ввиду того, каким образом власти смотрели на его деятельность, но никогда не может быть вот на 100%, да, и на 50, и на 20% готовым к тому, что его арестуют и посадят на такой долгий срок. Ну, в моей жизни очень большую роль, потому что мы знакомы с еще ранней юности. Вот мы познакомились, когда я было 18 лет, мне 20 лет. Потом мы женились через 5 лет после знакомства. Значит, у нас такой период был большой. Это знания о тюрьме, они формируются каким образом? Формируются с писем. Но письма, вы понимаете сами, они проходят цензуру, и особо что-то откровенно писать о том, что происходит там, было невозможно. Старалась как-то, может быть, читать что-то между строк. Иногда, может быть, неправильно, но...
Алис в письмах, он старался мне особо даже не писать. И в основном там информация касалась того, что у меня все нормально и так далее и тому подобное. Я так понимала, что ему не хотелось меня особо расстраивать, и чтобы я была втянута во все эти проблемы. Я ехал в поезде, смотрел в окно, как бы, и думал, ну вот, я уже на свободе. Буквально еще недавно я был в таком абсолютно другой ситуации, вот, где вообще не было никакой свободы. Вот я сейчас сидел и смотрел в окно, и это было, конечно, удивительно. Я попросил телефон просто у пассажиров, ну, которые ехали вместе со мной, попросил сотовый телефон, позвонил жене и сказал, что... Я вот уже как бы... Что это Олесь? Она говорит, какой Олесь? Она не поверила, потому что все звонки у нас были строго регламентированы, и она точно знала, в какое время я буду звонить. Это был неожиданный звонок, и когда я сказал, что это Олесь, твой муж, ну, она была в шоке тоже, и я ей сказал, что вот я еду на поезде, и через 2 часа я буду в Минске. Вот. Эта новость быстро, значит, разошлась. Она позвонила друзьям, журналистам, моим коллегам. И на вокзале в Минске уже собралось, ну, несколько десятков человек, которые встречали меня. Чувства страха за себя у меня как-то никогда не было, скажем так. Потому что я как бы понимаю, чем я занимаюсь, и понимаю те риски, которые есть в нашей работе. Но что касается близких или друзей, например, то, конечно же, я волнуюсь. И были такие случаи, когда я волновался больше, когда меньше. Это как бы, ну, это жизнь. При всем при том, что со стороны, как только Олеся освободили, когда он вышел и сказал, что будет продолжать свою деятельность, меня встречали многие знакомые. И говорили, ты же скажи, пускай он надумается, пускай не делает ничего такого, потому что уже хватит. I will characterize him as the human face of Belarus. Because he's really the fighter, he's the symbol of freedom, a person who never gives up, and really a person who is working with the whole movement, with the grassroots movements, and believing in the power to give people the knowledge and to make sure that people can stand up for their rights. So he's not only for Belarus important, he's important for the whole human rights movement because he cares for the freedom and the right of people in all over the world. Почему? Потому что поскольку я разделяю взгляды Олеся, поскольку я поддерживаю его в том, что является смыслом его жизни, то по существу это является и, ну, может быть, не может быть, а смыслом и моей жизни. Да не, незразумело было просто. Все вышли. И они стоят так само чекать. Потом служащие аэропорта. Польша. Конечно.
конечно, это не диктатор такого масштаба кровожадного, как Сталин, например, в свое время был, но, тем не менее, это человек, который видит себя только во власти и который считает, что власть принадлежит ему. Твою общественную деятельность контролируют, твои выезды за границу контролируют. Как бы вся твоя жизнь проходит под контролем. И поэтому куда ни ткнись, куда ни плюнь, как говорят, ты везде получишь один и тот же результат, что твоя свобода ограничена. Учеными за 20 лет президентства Лукашенко несколько сотен человек были политзаключенными, несколько, а десятки тысяч человек они преследовались другими разными способами. Через КГБ, через там, учебу, через работу, через административное задержание. Это, ну, на самом деле у нас общественной работой, у нас людей, которые хотят жить по-другому, чем сейчас в стране, их много, их миллионы. I think the case of Alias Bilotsky and all the other political prisoners is a clear way of showing how dangerous it is. We have imprisonments, people have lost their work, relatives have lost their work, and we have had disappearances and probably also murders in Belarus. Чем больше перца, тем лучше. Я из семьи рабочих. Отец у меня был рабочим, мать рабочая, брат рабочий, сестра тоже рабочая, все рабочие. Один я только как бы вот выучился. Ну, на самом деле демонстрации в 89-м году было уже много. Вот, а первые у нас начались, это 87-й год первая, потом 88-й год, большая, уже массовая, когда тысячи и тысячи людей вышли на демонстрацию, и в 89-м это уже покатилось, потому что и экономическая ситуация, и политический кризис, и тупик идеологии вот этого Советского Союза, они привели к тому, что люди хотели изменить свою жизнь. Вот. Ну, и на этих демонстрациях звучали как раз требования об экономической самостоятельности Беларуси, об политической самостоятельности Беларуси. И мы шли в этом процессе где-то рядом вместе с другими народами, которые были вот этой большой тюрьме в Советском Союзе. И с нашими соседями, литовцами, латышами, ну и также с другими народами Советского Союза. Мы за моей спиной находится забор, и вот там башня одна и башня вторая старой тюрьмы Минской, где сейчас находится следственный изолятор, и куда после ареста меня привезли, и где прошли первые месяцы моего заключения. Из этого СИЗО меня возили на суд, привозили назад. Ну, правозащитный центр «Весна» был создан в 1996 году, уже достаточно давно. И это было связано, к сожалению, с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси в первые годы правления Александра Лукашенко. И начались массовые репрессии, просто возникла острая необходимость в обществе искать какие-то пути защиты. Вот, и «Весна» была одной из правозащитных организаций, которые возникли в те годы. Нет, тут нема таблетки. В
Ну, это вот окна за решеткой офиса правозащитного центра «Весна» бывшего, в котором мы проработали практически 10 лет. Сейчас мы тут не находимся, потому что офис по решению суда, эта квартира, она была арестована, и есть решение о конфискации. Эти кусты вот мы сами садили. Можно сказать, что наиболее такой острый и тревожный для нас год, это был 2011 год, вот когда в начале года произошло несколько обысков на офисе, была конфискована компьютерная техника, забраны документы, какие-то носители информации, флешки, диски там. Вот, и власти пробовали найти какие-то компрометирующие материалы против членов и активистов «Весны». Добрый день, это 48-й, можете открыть? Кто это? 48-й квартиры. Ну, все. Ну, офис опечатан сейчас, вот, и тут никто не живет, никто, как бы он закрыт. Так. Не работает он или что? Вообще непонятно. А, вот так, все. Ясно. Вот. И когда-то, уже достаточно давно, еще в самом начале 2000-х лет, была идея, появилась идея и помощь, как бы, реализовать эту идею у нас в Беларуси, чтобы мы сделали Дом прав человека в Беларуси. Под одной крышей работали несколько правозащитных белорусских организаций. Зарегистрировать дом прав человека в Беларуси оказалось просто невозможно, потому что белорусские власти не регистрируют правозащитные организации, они не регистрируют независимые неправительственные организации, и это огромная проблема. Учитывая, что Вильнюс находится близко около Минска достаточно, это удобное место для проведения в первую очередь образовательных мероприятий, наших семинаров, наших обучающих программ. Мы развили эту площадку, эту инициативу тут в Вильнюсе. Вот, и уже почти 10 лет Дом прав человека работает тут в Вильнюсе, где проводятся всяческие образовательные правозащитные мероприятия. We have a very close cooperation with Alice because he's one of the founder of the Belarusian Human Rights House in Exile, which is located in Vilnius, in the neighboring country. So he's part of the strategic planning and also involved in many of the activities Vyasna is doing in the house. The summer school for young people, he's always coming there in the summer giving lectures, and he is very important for the whole human rights movement, where he's going there to give press conferences, to inform the internationals about the work inside the countries. Mm-hmm.
международная кампания значила все. Говоря, безмерно благодарна всем тем людям, которые были задействованы в этом. I am proud to announce that the 2014 Civil Rights Defenders of the Year Award is given to Alice Bialatsky, leader of the Belarusian human rights organization Vyasna. It was a massive campaign. Because Alice Bialatsky was so important, and he also was so loved because so many people knew him, and he is an amazing person. I don't think there is any human rights organization in a European context that at some level didn't engage to support Alice's case. Если сравнить СИЗО на Минское СИЗО, то оно, конечно, напоминает вот и атмосферой, и обстановкой то, где мы сейчас находимся. Впервые после заключения я попадаю вот в эту ситуацию, и нужно сказать, что, конечно же, смотрю на это какими-то обостренными глазами, потому что начинаешь вспоминать то, что с тобой было во время моего заключения. Вот немножко другие, конечно, шконочки. У нас они были двухэтажные. Но вот эта луна, этот фонарь, эта кормушка в дверях и глазок, эти голые обцарапанные стены, это все очень и очень похоже. 4 стенах отрезаны от родственников, от информации, от знакомой обстановки, то ты всегда чувствуешь, конечно, себя очень одиноким. И вот атмосфера, она тут присутствует. Эта атмосфера, наверное, она характерна для всех тюрем, вот, и для белорусских, и для вот этой тюрьмы-музея, в которой сейчас я сижу. И когда на тебя давят стены, когда зарешочены окна и практически не попадает свет в камеру, все это оказывает психологическое давление на человека, и перенести это все, ну, достаточно тяжело. People who speak out against human rights violations are imprisoned. Blacklists are drawn up to discredit and silence activists, accusing them of a multitude of sins. Join us. Я являюсь вице-президентом Международной Федерации прав человека, ФИЧ, и это довольно большая сеть правозащитных организаций, в которую входит почти 200 организаций со всего мира. Это очень важно для нас быть не одними, быть вот вместе и понимать вообще, чем мы занимаемся, ну, в таком всемирном масштабе. Штефани, вот ровно посередине может нам встать. Тут... Мы сегодня собрались около офиса канцлера Ангелы Меркель в связи с тем, что сюда приезжает президент Азербайджана Ильхам Алиев. И мы протестуем против того, что в Азербайджане сейчас находится более 100 политических заключенных. И в то же время Алиев ездит по Европе. Так не должно быть. Ну, начинаем. Freedom for Anna. Freedom for Anna. Freedom for Anna. Freedom for Anna.
Но я продолжаю делать то, что я делаю уже практически более 30 лет, и ничего нового я не делаю. Мы находимся еще в пути. Мы не пришли, мы не достигнули тех целей, которые когда-то мы ставили, когда были еще молодыми. Поэтому, ну, опускать руки, наверное, рано, надо идти дальше. Freedom for Intigam! Freedom for Intigam! No double standard for us! Stop carrier diplomacy! Азадлык! Я выступаю в защиту правозащитников из Азербайджана, потому что некоторые из них мои друзья. И когда я сидел в тюрьме, они поддерживали меня, они выступали в мою защиту. Сейчас, когда меня выпустили, я выступаю в их защиту.